До Нового года все собственники жилья обязаны будут установить приборы учета тепла. Подробности расскажут мои коллеги. Счетчики тепла обязаны установить у себя все собственники жилья, даже в самых небольших домах. Это связано с изменениями в пункт 8 федерального закона о теплоснабжении. Об этом рассказала заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству Лариса Степанова. Собственники должны поставить приборы учета, если у них даже минимальная, нагрузка меньше 0,2 гигакалории. И должны это сделать до 1 января 2019 года. Дальше уже МУК КБУ обяжут поставить эти приборы. Лариса Степанова обратилась к управляющим организациям с просьбой провести среди собственников жилья соответствующую разъяснительную работу. Все подробности на эту тему смотрите в рубрике «Актуальное интервью» с Ларисой Степановой в одном из ближайших выпусков новостей.